Сейчас немного о погоде. Морозы в Казахстане продлятся до конца недели. Во многих областях ожидаются осадки, преимущественно снег, метель, усиление ветра. В некоторых регионах туманы и гололед. По словам специалистов Казгидромета, по всей территории страны характер погоды остается неустойчивым. В северной части региона температура воздуха опустится до 33 градусов. На западе от 13 до 18. На востоке и юге страны 5-10 градусов мороза. Уже с 23 числа на смену этому атлантическому циклону придет уже очередной другой антициклон. В связи с этим ожидается очередная волна холода. И таким образом, столбики термометров в северной половине нашей страны будут опускаться до 15-20 градусов мороза ночью. Днем значительно уже прогреется, и столбики термометров к концу месяца начнут постепенно повышаться.